Слушай, ну выглядит прям для, ну, как для комбата. Так, вот этот вот... Да, Нарзик? Поножа. Слушай, Нарзик-то забирай. Донт, язык поменяй, потому что я не вижу приор. Хуруфин глот... Да там шаманизм. Это мое. А, да, шаманизм 4. Готема. Что такое Готема? Это сколько? Готема это 12 приоров. 12 приоров, все. Понятно. Будем знать. Ну, четко, слушайте. Нарзик, забери себе этот метательное. Дайте я посмотрю тоже свой приор. Сколько метательное? Как обычно, это правильно 150? Невер, у тебя 8,6. Посплю, блядь, где-нибудь там, блядь. Под лавкой. Боже, там с духом, с критом, даже немного СПД есть. За 50 ГП отдам. В общем, уникальный трансмог, да? Сколько там задонатить надо на ноги, так смотрим. Кстати, блядь. Да, бля, тоже крутой транс. 4200. Лучше донать на руки сразу. На какие руки? Прямые. Выключи. Что, возбудился еще? Да, блядь, типа там по ушам, блядь, какая-то хуйня. Тра-та-та-тра-та-та делали. АСМР. Да все, тихо, блядь, сука, ну, убуси меня. Тихо. А у кого это? Да, хер знает. Сейчас найдем. У идеального, идеальный по фиксу. Я не знаю, что. Ой-ой-ой. Телефон у тебя, телефон. Что-то там пищит. А, телефон. Этот, да, все, все этот. Все телепортируйтесь в Долоран, потому что нам нужно сменить этот Линдай нам портал. Я минуту буквально. Давайте все в портал. Ну я не могу, пока мы сейчас туда половина летя винсте. Рос, вор, верни мне звание. Блин, пока могу не... Валькирию дать. О, Кару. Надо мне Валькирию, блядь. Кару, поставь вот здесь шкаф вот так вот, короче, чтобы вход перекрыть. Вот, поставь. Вот так вот, прям передо мной вот этот, и вот давай сюда кассить его. Чтобы типа хуяк проход закрыли. А, какие, блядь. Давай. Какое ну, тебе или какое? Криво стал, да криво. Бутер, нет, это верни обратно лучше. Ну, блин, ну нет, ну не то, не так совсем перекрыли, но нормально, нужно еще пару локов. Кто тут еще есть? А все, закрыто. А ну, уйдите, закрыто. Все, нет входа, что ли? Нет, все, закрыли дверка, вот она, все. Сменился? Ветеринара ты его сделал. Нет. Алмерия, выйди с Грула. Он про 25. Этот босс, выйди с Грула. Ну и все остальные тут. Босс, ты вышел? А может, Абдитикс это как-то зашифрованный анкноб босс? Может быть. Нормально. Все, можно ставить. Абдитикс покидает рядовую группу. Все, поставилось, да? Да. Все, погнали, полетели. Капец, конечно, стрёмно смотрится, это 4 голова на андедах. Надо еще стрёмно смотреться. Такая довольная рожа. Ну только мутанские шмотки нормально. Ну это кашля, это вот. Ну будет. Почему без трансмога? Осуждаю. Как поднять ДПС на паладине, пацаны? Давайте обсудим. Потому что радуйся, блядь, пока дамажишь. Не думай, как поднять. Это нихуя не дамажишь, блядь. Я должен 12к давать уже в 24-29. Вот фейп молодец, только вот как-то пушки бы.
Я за Флоптикс. Ну, Фейб должен быть по теории, там ДПС. Да, он мутик, он не хочет комбата спекаться, у него не получается. Да, в мутике может быть ДПС, но мы, наверное, кинжалы будет. Исполин. Исполин. Вот Исполин красиво. Этот Винг. Ему вот Пригу вместо звука. Посмотри на Кару. Вот Кару тоже красивый. Посмотри на него. Весь такой черный, с красным. Да, если в 4-4, 10к это мало. Зоркий машина просто. Он дейп не палится. Молодец тоже, правильно. Лучше скрываться от меня. Да? Дуат, осуждаю. Урос, красавец. Вот этот вот Барретт Ремиси. Тоже нормально. Синкей, осуждаю, без трансмога. Оптикс, а чё ты так мало даёшь? Невер, глянь, Войд красавец. Где? Да нет, Войд нет, я смотрел, там совсем не то пальто. Типа, не туда. Плечи, голова, хорошо. Голова, мне кажется, знаешь, как будто взяли и, типа, как это объяснить даже, как будто, знаешь, за спину, короче, привязали. И аж голову ему выворачивают. Вот возьми вот так вот, типа, осмотреть. Посмотри, его аж реально, типа, голову как будто кто-то тянет назад. Ну, такое. Я не осмотреть, я на стриме смотрю. Он кубок, ты тоже, кубок тоже, вот смотрите, какой красивый. Да, я сосный. Давай из шкафа тыкните. Кубок вообще такой красавец. Кубок, а что ты не енот? Кто все я? Нормальные, все нормальные локи еноты. А, так я же этот, демонолог, афлик, там, берсерк, имба. Не шарите, дома рулит. Чей трезубец надо смотреть, подождите. А куда смотреть, подожди, я не вижу. У тех разные шкафы. А ну попрыгай где-то, где ты, ты кто вообще? Вон он справа, вон, выхода. Я моргаю. А, выше, голову. Не, это не очень посох. Знаете, как... А, у меня, кстати, его вроде даже можно. Есть. У меня, не, у меня есть. Подождите, сейчас покажу. Или это у меня не на этом персе есть? Ну, пора бы начать уже. Блин, реально, мне нужен этот... Он босс какой. Посмотрите, красавец мужчина. Только вот топор второй ты тоже поменяй на вот этот красивый, который у тебя за 1 000 000 рублей купленный. Да-да-да, у него топор там красавец вообще. Смотрите, какой посох нужен. Вот такой вот. Где? Вот, он возле Войда. Побежал, да-да. Вот, смотри, хорошо, да. Хорошо. Кстати, пустилось и так? Типа, да вообще машина. Я с мечом. Да не. Так машина. Подожди, где босс этот, пушка? Вообще, да, босс их пиздить, блядь. Дон, ты будешь шарить? Модный приговор, блядь. Карнес переоделся. Да, в сову, наверное, в сову. Ой, Карнес, молодец. Исполин. Исполин в танке. Карнес, нужна, короче, эта гербовая накидка, как у меня, вообще секс будет. Нет, не слушай его, не носи гербовые накидки. Ну, такое. Но щиток, конечно, типа вот с этим мечом как-то не сочетается. Задонать еще денег. Чтоб, типа, скажи, типа, такой же щит. А, кстати, нельзя щит? Стоп. Нет, спасибо. Я уже все. Кубов тут? Все тут? Пуляйте. Кто танк? Еще раз смотрите. Донт. Исполин и Донт. Противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания... Бля, сейчас худший босс, свечи таргеты, ненавижу. Кстати, они же пофиксили, мы сейчас повайпаемся века еще, на этом, на втором боссе. Так мы же в прошлый раз так проходили, да? Они теперь не станятся, и не теряются, и даже не банятся. Даже не грипаются. А вулканом, получается, сейчас должен заливаться, правильно? Нет, это только ВВК. Тогда бред. Големы убитые. Ну, там, типа, если они будут кастить, то мелики, наверное, будут отходить. Так, господи, свечник у них и убил. У них по 200 тысяч хп, по-моему, или сколько? Ну, да. Нет, а убито их убьем, но они, типа, убьют меликов за каст. Да не. Да? Ну, в десятке там буквально один начал кастовать, но максимум двое. И положил всех меликов. Я сегодня был в десятке, вообще без проблем убили. С хилы слабые были. У нас там сетап хилов был вообще идеальный. Там хилил идеальный и еще кто-то. Второй друид.
Идеально хилил, идеальный. Все так, так запечен. Ой, слушай, а тут афликом должно быть интересно играть. Ну вообще Кощей на форуме писал то, что афлик топ-1 поровну у блоков. Ну написал неправду. Кощей. Это кто такой? Блять! Ну, он писал это в условиях этого. Ты именно за Т4? Нет, Т5. Нет, Т5 уже нет. Там демонологи рулят, братья. Ну хрен знает, короче, я искал. До нерфов этого, ой, до апов дестриков, афлики были сильнее. Но потом в конце, ну, последний был фикс этого. Т5-го. Да господи. Демоны, дестрики, насколько я понял, стали сильнее. А чё лагает у всех? Нет. Короче, я утверждать не буду, но я лазил и искал гайд на этого по форуму. Ты смотрел какие? Я не помню. Он отписывался не в своей теме, типа Африки, топ-1 форум. Ну и от него там один или два гайда на Африку, собственно, на дестрика не было. Я понимаю, да. Он там на Т4 неплохой гайд написал. Но опять же, в условия усилков и брюлею написал гайд. То есть, ну, мне кажется, здесь 4-4 афликов не будет хватать стат, чтобы так дамажить. Да тут уже. Ну а чё ты, какой более важный стат? Афта, хасту ты? Бофли, флот, нахуй. А, я зеленый, Испалин, ты красный. Извините. Стая СП, да? 2-1. Всё, можете продолжать, самое главное сказал. А чё, у меня печать не сменилась? Давайте поговорим о вечном. У нас такого нет. О сериале? Нет. А что, сериал есть такой? Да, вечный называется. Интересно. Млечный. Млечный. Подбежали к танку. Только что плюнуло аккуратно. Не уважает, получается. Пиздец, мерзко. Да. Разморозились. Мышь. Да, по-моему, мы не успеем. Милишники все. Блин, подойди к милишнику. Блин. Ну, не убегай от меня. Милики разбежались. Кто там с горящей желчью? Друг от друга отошли? Там не только милики. Ну, дистанцию держите, на ком сейчас сайт будет. Я буду возле танка стоять, танку не больно. Какой-то баг-репорт на форуме, что ледяной рев должен стоять после стана дольше. Ну, не в плане после стана, вот и перефаска после стана его. Да. Ну, не именно когда он стоит АФК. Прохильки. А та фаза, когда вот его прыжком, отталкиванием и станом, должна быть дольше секунд на 40 вроде. А у нас, просто типа, она супер быстрая. Ну, возможно, это тоже правда. Не знаю. Че, удобно врезался, убили его быстренько, вот все. ВВК-то может быть критично. Как я не хочу ИВК? Да почему? Как никто не хочет ИВК. Да, изичная, кроме ласта, будете вайпаться, как у льде. Не знаю, у меня еще в порядке с тактикой. Че, новое построение с этим. Ого. Интересно, замораживает? Кубок сзади меня заморозил, а я стоя перед ним не заморозился. Типа сапрок подействовал или чем? Да, да. А был бы я в демонологе, скорее всего, бы вообще не заморозил меня. А, ну блин, мы в 3 хила, что-то мы не рассчитали немножко. Будь здоров.
Ну да, 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 нужно было чуть-чуть. И тем более еще нет второго Волонира. Так а где он? Собираем. Да блин, ну люди не приходят на ульду, что делать? Приходится обочки убивать. Ты же сам кебаб не приходишь. Ебать, не прихожу. Я с температурой 39 сидел, ждал. Ой, это не оправдание ульды. Ты же не пришел. Понял. Сделал бы наш рейд погорячее, понимаешь? Свобод. Да похуй, соберем. К ИВК точно. Ссылка. Ну это вообще отсылка была, ну ладно. Ссылка к чему? Да так. Мы просто не анимешники. Возьмите Frost Aura, кстати, она. И потом после смерти она снимается. А что там по отсылке? А, да это на Skysong. Сложная отсылка. Она, ну, травмоопасная для нас. Зачем так? Ну вот я ж... Я ж не хотел уточнить, вы должны были сами, типа... Давишь на больное. Ты про то, что могло бы быть три Волонера? Блин, слушай, ну, а если... Если бы она выставила своего персона фанпэй, надо было просто купить его и вернуть в гильдию Волонер. Было бы нормально. Смотри, за сколько? Ну, сколько там оно? 1015. 1040. Да какой 40, блин, 40 кап бисовые персы на X2 стоили. Там первые каты, куча брелей с шемами. Это X4, которому сколько месяцев? Парочку месяцев, сколько? Полгода. 8 уже где-то. Ну год еще где-то ванер будет бить. Да все равно, ну типа здесь нету категории, здесь не так сильно ценятся персонажи. Mm-hmm. То есть, ну там я вон Лока одел за сколько. Да быстро ты его одел. Угу. Поэтому здесь не так супер ценят. Ну разве что волонируйте потом. Потом шем еще будет, но тоже такое. Ну шем будет цениться только до этого, до целка хм. Чему? С выходом целка хм шем собирается за сколько? А, ты об этом? За 2 кд, за 2 кд. Дошло. Ну за 3 кд. Ну ты что-то преувеличил, да. ЦЛК ХМ падает 10 осколков. На ШМ же нужно 30? 25, по-моему, да? А, 50, блядь, 50. Да, за месяц, значит, собирается ШМ. ЦЛК да, ХМ. Там за 3 4, месяца. За 3,5 месяца собираешь полностью, да? Нет, это в обычке, за 3,5. Я имею в виду, обычка начинается потом, когда ХМ включает, уже быстрее происходит. Нет, да, когда ХМ включается, 4 КД ШМ собран, 100%. А на посох тоже 50 осколков? Да-да-да. А я, блин, я что-то так привык к 30 осколкам, думал уже на шем 30 осколков, так быстро думаю. Нет. А там 50, блядь, точно. А квесты на посох такие же, как на пуховую шемку, я нет? Нет. Там соло делаете. Да. Там что, босс я какого-то убивал? Сам ты хочешь ролить? А, я забыл, точно. Ну, давайте одна, наверное, давай, да-да-да. Давай. Попробую. Смотрю сначала, кому надо. Там друиды, там АДК. О, я начал наконец-то накидывать нормальные роллы. А мне, если одна штучка нужна, можно будет срубить? Гуд, да, я уже выиграл, я уже выиграл. Идеально, Рос. Ты собрал? 98 ты не выиграл. Да, я собрал. Рос, я, короче, считал сравнение Онневского плаща 25-ки из этого, с острова. Да, с острова лучше, я уже посчитал давно. Лучше, так, лучше. Дуат. Ты что себе? Что там считаешь? Да донт, я сролил, донт. Что ты там рассматриваешь? А тебе-то куда он нужен? Мне 24 апается. Ой, 29. А, точно, забыл. Вот это с профой. Осуждаю с профой. А, у меня есть. А, нет, нету. Кубок плащик. Давай всем, ни у кого нет профой. Это паролу? Продаем. Это паролу просто или что? Да, я бы уже отдавал паролу. Я на двинке. Можно рулить? Ну, тринк тоже мой, можно сказать. Я предлагаю всем рулить. Дон, что ты думаешь по этому поводу? Похуй, решай сам. Краш, ты с профой, кузнечик, ой, кожевка. Я ж проверю сейчас. Да, я уже выиграл. Может, давай. Окей.
У тебя 412. Ну вы о чем, ребят? 450 профан. А, ну ладно. Там бата еще там 445, там хотя бы там. Еще ладно, докачайте. Я, ну, 412 далеко. Ну давай тогда ему. У кого там 450. Подожди, это запы. А, запы крафтятся, кстати. Ладно, этот рецепт еще пригодится. Честно. Карнес, ботинки нужны? Да, конечно. Ой, карась, забирай быстрей. А, карася же нету. Извините. Я отойду на 1-2 минуты. Сейчас буду. На варуши? Колечко. Серьезно, посох никому не надо? Какой посох? Это не посох, это чест. А, тьфу ты, блядь, извините. Кольцо мусорное, донт, да. Можно его даже, не знаю, паролу отдать. Прям супер хуёво. А, ну дуата нужна. Я не знаю, зачем дуата. Зачем тебе это кольцо? Крит хостовое силовое падает с кольцом с этого. С магика. Да. Нет, с магика. С головы. Крит хостовое. А, нет, там крит мастеры. Ладно, похуй, тогда ошибся. Паролу? Нет, паролу я его не отдам. Паролу я его продам вендору за 7 годы. Вы, кстати, видели мой бизнес-план? Я там обучал сегодня людей фармить голду. Да, дагеры, блин. Что там было? 3 голды и там профит. О, неплохо. Там дагер, который торговцу продается там почти за 16 голды, науки по 12 стоит. Так что изи фарм. О, я это делаю периодически. Главное, последний не скупай, чтобы дальше цены понижали. А там, кстати, эти метательные 245 за 50 ОД уже ввели. Да вроде есть там. Так, а у нас все готовы, кроме Корнеста. Че, ждем его или пуляем? Осколочки можно фармить. А, не, нужно ждать, потому что у нас 3 хила всего, да. Да, у нас хилов нету. Ты видел это вообще исцеление? Я считаю, это победа. Ну, а что, Кубов, с метательного под вас нет, кстати... Шаман? Ну, может вроде упасть. 2. Шаман проседает, да. Ну да, что-то шаман там. А ему нужно 2 ладно, не было АОЕ прохила какого-то такого. А он с эпухой пытался хилить. Ну видишь, я хил. Будь распекнуть от лица. Блять, я тут... Не, он у нас никто не умер. Не, а может давай все-таки? Здесь же сейчас не будут эти големы заливаться. Да, ну, да, 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 да. Давай, бутер. Все, 15 минут просто сам с собой разговариваю. Первый статик в любом случае нужно добавлять твинами, короче, потому что, типа, некому забирать. Рус, давай, да, продолжай с собой, извини, но продолжай сам с собой. Пиздец, вот это сейчас было обидно. Я хотя бы извинился, что я тебя сразу перепутал. Мир, морально я с тобой сейчас. Нет, ну такого. Ладно, сорян. Правда, да, что сорян, типа, где мой ЕТП? Все, я тут, может. Знаете, Бутер спекнулся? Да. Да, Бутер спекнулся. Бутер, кушай чем что-нибудь. Ну все, запускай, пока запустится этот. Я топлюсь пока что. А, исправим так же в танке, да. А, первого големка, короче, сейчас будет голем, он появляется в месте, его можно уже начать играть. Потом он перепрыгивает в другое место и кастует большую яоешку. Под вот этот вот каст нужно всем миликом отходить. Это будет фаер урон, поэтому, Рос, на тебя давай в первый фаер. Корнес, у тебя есть у единственного сакра. Оптикс у нас тоже с этим, с аурой. Рос, на тебя команды по аурам. По всем. Не зря забрал. Они сломаны. Блять, сломаны. Бывает сразу с 10 стаков у ярицы пух и положится. ПВК это критично прям. Вопросик, а почему у меня в заметке указано фурик? Не особо. Да мы этот контент не знаем. А что за контент? Ну вот этот вот ИК и все остальное. А можно гайд? Это ж цепуха, 12 метров. Теперь ты не фурик.
Возможно. У нас 5 секунд. До пола. 2 секунды пейте бутылочки. Короче, может Геру дадим или не будем? Давайте. Геру. Случае больше 12. Если на 12 утонешь, как этот прыжочек, то это прям проф. Так, а как мы миликов поставим в дистанцию? А никак, никак. Типа у нас же мили зону шотают. Ну, так и у нас типа по 5 миликов падает, если вы там типа 7 миликов. Подождите, а здесь разве не прыжок наоборот, типа с каждым прыжком хуже не становится, слабше не становится она? Ну вот, по-моему, тут элема цепуха, а не та, которая на Тореме. Сейчас скоро голема будет, готовимся. Подрубила ОЕ печать. Да ёбаный в рот, опять не поставил демонов. Первый голем, пошли. Урон. Перепрыгнул от него, точнее сейчас газ будет. Сейчас они все распрыгаются, прохил. Сокру дайте. Корнес умер. Идеальный бэр Корнеса. Все черепочек залили, тот пусть кастует далеко. Войд Индер в Корнеса. Еще одного голема залили. Он не станется. Ничего не происходит. Ему сделали вообще-то никакого контроля. Айнен побежал. Охуенно, блять. Да, какой-то он неприятный стал. Его перенерфили. Ой, перефиксили. Короче, забагали. Не знаю, как сказать. Было, короче, плохо, стало еще хуже. Ну, починили. Обычно. Починили это называют. Это не починили. Они взяли тактику с ИВК и засунули ее в обычку. Нет, да, ИВК, да. Можно пить этот портал. Да, но они взяли не всю тактику. Они сказали, что это пойдет, а это нам не нужно. Подождите, а ИВК можно станить или нет? Да, можно было всегда контролить. Да, можно стан, можно циклон, можно бан. Давайте вставать. Можно вставай, вставай, да, да, вставай. Квел, тотем. Косни на ману каст ауешный. Вим. Квел, тотем, есть, все. Отлично. Господи, а что тут бугарайды делают, интересно? Да нет, убивают. Почему? Типа, здесь, ну, типа, человек 5 максимум пойдет на этих элемах. Сосуд. Готовьтесь. На второй каст даешь мастер. Сокру то же самое. В это же время. Инфернал сыграли? Кастует. Сокру. Милики отбежали. О, кстати, это сова сбила? Сбился каст или нет? Она просто нет, толкнула. Нет. Доиграли в следующего голема. Отбежали милики. Все, доиграли в цели. Добивайте их. Вот теперь здесь двух танков надо проходить, а то это, конечно, было смешно. А что? Там еще одного разве? Я там был, когда этот Бьорном дэшил, а я на ОТ стоял, Бьорн ушел в начале босса, и я просто всех держал на себе. На месте стоял манекен был. Да. А сейчас что? А сейчас у нас Полин держит трэш, да, косты. Я стою просто на месте с боссом. Типа больно было или что? Или типа не успеваешь собирать? Милика убивает. Нет, я бы не успел сейчас их собирать, они везде бегают, прыгают. И нет особо смысла, потому что там большая уешка, зачем тут еще и танку под это подходить. О, тринка. Какая? Утешение. Я могу даже, если выпадет прига, я могу улыбнуться.
Ага. Магазин задонатить. Все, я могу обратно в ДД или... От приги я не откажусь. Да не, оставайся. Оставайся в ДЦ. Прямо маны пиздец не хватает. Ну что ж. Так, а ты не щитуй танков. Я всех щитую. Нет, танков нельзя. У тебя прок на мана-реген уходит на танка, а не на весь рейд, но не на ВЕшку. Да. Ну, блять, я ж не ДЦ. Я им не играю, я не шарю. Так мы тебе объясняем. Я услышал. Так, вот советы тут даем. Я услышал. Ну, идеально уже есть такие. А у него не такие, кстати. У него тканевые. Да, я самый сильный, бля, 29, ну почти. Бля, бать, идеальная машина, пиздец. Ну смотришь, нахуй, ёбнешься. 242, блядь, куда? Пацаны, собираем. Чё у него, кстати, за этот, за волына? Пацаны, собираем. Нормально. Возможно, но только нужно ещё дожить до этого. Нужно этот собрать ещё волонер. А на это ещё месяц минимум. Ой, это у тебя в сове. Что с этим идет? Да, я не знаю, как это фиксить. Это обнова, значит, скорее всего. Но это нужно проверять клиент, долгая хуйня. Так, все отойдите, тотемы уберите, шаманизм. Я запущу пока. Зоркий, кинь ролл. Пока там ролите. Короче, ты можешь закрыть лаунчер, закрыть клиент. В процессах, там, если Вовка где-то висит, тоже ее закрыть. Там обновить вообще просто систему, ПКМ обновить. Вот. Потом от имени администратора клиент открываешь, ну, этот лаунчер. Вот если он, типа, обнулится, то он может проверить клиент и сразу скачать обнову. Короче, хакера надо вызывать. Кубоп, иди сюда. Чё, куда? Хакером будешь местным. Погнали. Всё, чини, чини проход. Он местный, он не местный. Биби-биби-бу-бу-бу. Вот рыба стоит. Банутая. Че так долго запускается? Не Маздина забрать, если получится. Кто в Каражан ходит? У кого место периодически бывает? ШП, ДЦ? А, не сейчас. На череп мы фокусим. Если крестик будет в рейде, то потом крестик. Если не крестик, тогда печенька. После печеньки у нас типа ромбик. И еще давайте подкнем сюда звезду. Все, хил у нас будет с квадратом и с луной. И в треугольнике. Квадрат. А, это луна, ну, бан, естественно. А у мере. Не, давай, зорки. Зорки, тебе шипы по квадратику. А у мере по треугольнику. Войд потом продолжишь по квадратику шипы. Ой, склоны. Так, пацаны, я построил тюрьму для кастеров. Где? А, я понял. Я в одиночку, ребят. Так, а, исполин. В ДД и к ним. Ты в карцере, ты не шаришь. Бля, Гудлик, зайди в тюрьму, ты что там стал? Живи, Беларусь, никаких тюрьм. Всех не посадите. Мы сейчас в Минске, получается, да?
Я не разбирал. Испари. Ты крепаешь первый. Начинай. Ну, с ружки, естественно. А Эдуард, ты у него грипаешь ближе к рейду. А теперь чек. Только господин первый донт пойдет, потом ты. Краш-тест. Все, донт пуляй. Карнет, все, уходи отсюда. Нам пизда, пацан. Кастер из тюрьмы не трогать. Меньше АОЕ дать контроль. Сферил. Уходи отсюда, уходи, уходи, пока таунт есть. Мага за контроль. В ружку доигрываем, потом сразу в крест. Масфере дайте. Какая с ним птучка есть? Уйди отсюда и не приходи ко мне, я проживу с ним, вообще ни о чем. В крест играем. Кастеры все так же в тюрьме. А ну хотя, блядь, уже похуй, все, весь рейд тут. Можете рассосаться еще один. Но не близко к центру. Мобов расферяйте, еще раз говорю. Все, что есть. Где там лок? Да, они в метках все. Или печенька, или ромбик. Давайте в ромбик. А кто ромб? Маг. Давайте в ромбик играем. Нарзик, Нарзик, ты сядь на лока и кикай ему все косты. Дайте ману. Квел Тотем. Аун Дэй. Гим на ману. Да, вижу. Благодарю. Печеньку. Не поднимай себе травы, все. Можете еще раз сферу разбить. Кебаб, найди нам следующую жертву. Ты кого? ШП сзади стоит, кастует. Слушай, а прикольно за ДЦ играть. А чем он обозначен? Это звездочки. Желтый. Все, следующая звездочка желтая. Если найдете зеленую звездочку, можете в зеленую сыграть. Ну это сложно. Вот, зорки, кто по тебе играет? Шепот мне. О, ну вот, да. Шепот, как ты сказал, шепот или шепот? Он сказал что-то шепот, да? Шепот, я сказал. Ну что-то там прошептал. Да, типа напился и все, и пытается разговаривать. Напился быть людиной. Так, у нас тут ДДшники еще остались, кроме ШПшки? Нет. Кто будем хиловать? Может тебя уешить, не знаю. Какой вам хил больше не нравится? Где ДК бегал, нет? Так ДК еще бегает. Пацаны, подкиньте манны. Нет. Кто из них ДК? Да нету здесь. Тот, кто с мечом с дурочным. А, Лёс. Да. А я думал, это наш. Все. Вот же он притворяется, жулик, да? Да, тупого убро бегает. Так, давайте в Гаргрима. А чё это у нас никто не упал, пацаны? Сильно. Слабый получается. ДЦ поднял. Да не, нет, слабый. Просто если клятву не принести, спирт рай, оно бы не пройдёшь. Кого счёт? Что? Смотри, аж прям в смысле сбился. Не, я не услышал просто технику этого.
Жертвоприношение не принести богу смерти, то первый раз вам будет пройдешь. А, жертвоприношение, блин, у тебя просто этот... Съедается часть слова. Слово произношение. Давайте в куда? Давайте в квадрат. Бля, тут всегда в одну кнопку играется, да? 25-ка, да? Нет, там... Ну, как минимум, молитву можешь еще скидывать. Да? Можешь на Аркане поиграть, там гораздо больше кнопок. На Аркане? Сколько? В два раза больше, он же сказал. Ну, две. А-а-а. Ну, бурст еще, ну ладно. Ну хорошо. да, что ты врешь, три кнопки. Нет, кнопки, которые нажимаются, типа, реже, чем раз в 10 секунд, не считаются за кнопку. А, да, одна. Ну, слушай, ну, давай. Какие пробел нажимаешь? Луна. Голубая? Ну, скорее, не желтая. Сядьте сзади на этого, на трусы. На косты. Ну так сведите их, я не знаю. Давайте их вместе. Да, один человек какой-нибудь. Мы сейчас же умеем давайте. Пиво, тут ДК я есть? Я умею, да. Вот. Понятно. Что, зачем ты это сделал? Мне он вообще там стоял что? В стенке. И этого тоже грипайте, давайте его сюда. Блять, кубобу, блядь, всех дайте. Так, Донт, веди его к нам, да. Сейчас будем аудить. Он уже здесь, да. Так, он не в кучке. Ну, там это кот. Они сами бегают, да. Пропалом. Так, ну, этот, Нартик, оставайся на хп, да? Кикай ему все ерунды. По кого мы играем? Пара, что ли? Да, пара. Ты не знаю, все играют по один. ДЦшники сейчас 2Т4, 2Т9 носят, да? Не, ну ты можешь 4Т4 собрать, и будет прикольно, у тебя молитва будет щит давать тебе омоложение. Ну это бесполезная кнопка, типа, да, тебе нужно все, что на щиты. Все хорошо, только там молитва, которая это молитва исцеления. В основном, ну, которая прыгает по рейду. Нет. Да, та, что прыгает. Т4. О, пацаны, перехвалил, вас перехвалил, да? Ну капец, брат. Это только да, получается. Нам уже 4Т4, да, ребят. Заруинил, да. У вас ДЦ. Да. Вилочки бить, ой, осуждаю. А ну, босс, объясни ему, что у Вары вилки — это тоже неприятная штука. Какие вилки у Вары? Вритава. Что так? Донт, ты чё мне не рассказывал, что у Вары есть вилки? Ну, это не, они не этот, они не снижают тебе физурон, никак не сейвят, они тебе просто обратку выдают. Ну, типа, ты сразу тычку даешь. Как оверпауэр. Это рефлект, но только на физ тычки. На да, меня, да. Лут, конечно, полная хуйня вообще. Согласен. Да нормальный, по-моему, лут. Хуйня. Ух ты! Сейчас 6 прик выпадет, блядь. А я хотел с шаманом пойти, типа, он же, блядь, по-любому никому не надо сейчас. Ладно. Карнес. А запястье? Нет? Нет. Тут нужны. О, шаманизм, кстати, тоже на месяц налутался, я смотрю. Я, да, это, скорее всего, 2 месяца. А, нет, тут режет много. Корнес, кстати, ты проверял второй щит? Можно, типа, как второй меч такой сделать? Mm. Ты разговаривал с админами? Да не, вряд ли. Так можно. Допускай сделать. Делать. Хотя было бы прикольно. Вот это на офспек порову просто. Потому что, ну, это совсем это... Печальное запястье на поводе. Ну, классно, я бы за 1 000 000 гп давал. Не, ну слушай, ну причем то, что я за 3 месяца утонул всего одну шмотку почти ненужную, я считаю, это успех за сегодня. Я выкинул лучше всех? Бля, почти. Не, ну Оптис утонул все, что у вас там 2Т4, да? И 3 Т9. Не, у меня 2Т4, 2Т9, и штаны с льды, или отсюда возьму потом. Ну, наверное, с льды. Там, кстати, Апсиас тоже 24, да? Значит, Оптиас тоже налутался этими трофеями. Подожди, Оптиас, а где твой этот? Где твой шмотс? Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Шмот это, что у него нет? Нет. У него трени говно полное. А что это вообще, грудь РПБшная берется разве? Ну, у меня будет, да. Понимаю. Ну, типа, блин, лучше взять грудь там с РПБ вместо хосты, то есть ты, по факту, если берешь Т4 грудь, то вместо, там, условно, 50, ой, 80 РПБ лутаешь 80 хосты. Профитно? Звучит не очень. Давай в танк.
Я в танке. А я в танке, отлично. Что я еще не очень комфортно себя чувствую танчить этих двоих. Просто так будто рассейся на фул. Я пью. Как ты сказал, я пью. Пью. Да, в озер так пошел. Подожди, ты хочешь соло танчить? Нет, я хочу с Полиной спекнуть, я уже...